На льду Татьяна Навка, Марат Башаров. Продолжают тему хитов 80-х годов прошлого века Татьяна Навка и Марат Башаров. Одни из главных претендентов на победу в нашем проекте. Безусловно, завела публику. И сам танец исполнен, ну, скажем так, почти безукоризненно. Я напомню о том, что Татьяна с Маратом выиграли соревнования в первый день, когда представили танцы народов мира. Затем победили в третий соревновательный день. И, наконец, неделю назад они разделили первые и третьи места с Екатериной Гусевой, Романом Костомаровым, Ингеборгом Дубкинайте, Александром Жулиным. Такая похвальная, завидная стабильность, которая говорит, безусловно, о росте мастерства этих фигуристов. Еще раз подчеркну, Татьяна с Маратом претендуют на победу. Уже об этом можно говорить абсолютно четко. На победу в нашем проекте. Ну, давайте дождемся оценок. Как мне кажется, они будут весьма и весьма высокими.